знаковые события для нашей особой экономической зоны. Очень важно иметь электроэнергию, обеспечение энергетикой первой категории. Это была непростая задача. Ее мы решали не сразу, но благодаря системной работе, это прежде всего подстанция, она сначала Камма-500 была, сейчас она носит имя великого энергетика Щелокова. Эта подстанция была построена. Я хочу поблагодарить Ильшат Шаевича Фардеева, генерального директора сетевой компании, который взялся за эту работу и эту задачу решил. Сегодня особая экономическая зона имеет самую высокую степень надежности энергоснабжения. Я всех вас поздравляю с этим событием, благодарю всех строителей, проектировщиков, тех людей, которые принимали в этом участие.